В районной администрации состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции под председательством главы района Заура Хамирзова. В работе очередного заседания приняли участие члены межведомственной комиссии, главы сельских поселений в режиме ВКС. На повестке дня было рассмотрено два вопроса. О применяемых мерах по профилактике коррупционных проявлений в муниципальном образовании при осуществлении покупок с докладом выступила начальник отдела инвестиций и муниципального заказа Жанна Борсова. Закупка товаров, работы и услуг для государственных муниципальных нужд всегда являлась сферой с повышенным риском коррупции. Главным принципом закона номер 44 ФЗ, способствующим противодействию коррупционных проявлений, является обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок. Вся информация о проводимых закупках находится в открытом доступе на официальном сайте единой информационной системы «Закупки ГОВ», с помощью функционала которого возможно получение актуальных сведений об опубликованных планах, графиках, извещениях и иной информации о закупках, предусмотренных законом 44 ФЗ. Информация об исполнении контрактов, результатах мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере закупок. Отдел муниципального заказа постоянно ведется работа по отслеживанию изменений, вносимых в законодательные акты в сфере закупок. Заказчикам направляются разъяснительные письма, осуществляется консультация по вопросам формирования плана графиков, размещения извещений, по вопросам заключения контрактов и договоров, по работе с общероссийским сайтом закупок. Далее о положении дел. В сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления информацию представили заместитель главы Вольнинского сельского поселения Наталья Коломазенко и глава Кашхабского поселения Мурат Курашинов. В целях поддержания муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в актуальном состоянии проводится мониторинг действующего законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции на предмет его изменения. Мониторинг проводится ежемесячно. В нормативные акты в случае необходимости вносятся изменения. Создана комиссия в администрации Вольнинское сельское поселение по координации работы по противодействию коррупции и утверждению положения о ней. За отчетный период проводилось 3 заседания комиссии по исполнению плана противодействия коррупции в 2022 год. Протоколы заседания размещены на информационном сайте администрации Вольнинского сельского поселения. В случае применения мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, к лицам, нарушавшим требования предоставления или урегулирования конфликтов, интересов нет. Обращение граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления Вольнинского сельского поселения, не поступало. О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая проводится или может провести к конфликту интересов, в администрации Вольнинского поселения не было. Муниципальные служащие к дисциплинарной ответственности не привлекались. В администрации муниципального образования Кашхабовское сельское поселение создана и действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением главы администрации от 11.08.2016 года. Постановлением была утверждена комплексная программа противодействия коррупции администрации муниципального образования Кашхабовского поселения на 2022 год, которая является базовым документом по данному направлению. Уведомление от муниципальных служащих о пополнении им неоплачиваемой работы в 2022 году не поступало. По результатам работы комиссии материалов правоохранительных органов не направлялись. Обращение о наблюдении требований к служебному поведению, несоблюдение требований к служебному поведению муниципальными служащими администрации сельского поселения от граждан, представителей организаций правоохранительных органов, судебных и иных государственных органов не поступали. По всем пунктам повестки дня приняты соответствующие решения и данные рекомендации.